Настоящее сложное время, всем нам необходимо помнить об элементарных мерах предосторожности, чтобы не стать жертвами пандемии. Люди в белых халатах призывают граждан твердо придерживаться санитарных правил, отказаться от проведения свадеб и прочих торжеств. Особенно необходимо заботиться о пожилых и детях. Санаторий «Чайка» на сегодняшний день полностью готова ко второй волне коронавируса. Но на сегодняшний день у нас санаторий больных нет. Лучше болезнь предупредить, чем лечить. Поэтому призываю жителей области соблюдать социальную дистанцию, носить маски, не участвовать в массовых мероприятиях на больших, потому что болезнь, она никого не выбирает, она может поражить и взрослых, и детей, и стариков. В период пандемии коронавирусной инфекции все люди должны соблюдать меры профилактической безопасности. Эти меры просты в использовании, выполнении. Самое главное – это частое мытье рук. Это вроде метод такой старый, очень простой метод, но он в данной ситуации, в данное время сыграл очень большую роль. Является профилактической мерой для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Частое мытье рук. Руки надо мыть жидким мылом, не твердым мылом, потому что на твердом мыле оседают бактерии, микроорганизмы, вирусы. При мытье рук в общественных местах кран нужно закрывать влажной салфеткой, но только не руками. Затем второй метод – это ношение масок. Маски нужно менять каждые 2 часа при загрязнении. Причем сбрасываем мы мусорный контейнер, но никак просто не на улицу.